Ну-ка, давай-ка пробежимся по способностям, что у нас вообще тут все показывается. Так, 143. Телекинез. Так, телекинетический блок. Все получает интересно, позволяет брать захват всех противников, миллион радиус с собой. Сука. Ты что, блядь, не учили, что сюда заходить нельзя? Тем более без стука. А где, блядь? Что за херня вообще творится? Неплохо. Вообще неплохо. Так. Да, блять, такое. Чё за херня? Где бабаха? Да что, сейчас обменялись любезностями, что ли? Опа. Ух ты! Какого хрена? Давай, 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 куда ты? Так, почему-то оно блоки не находит просто так. Где ты, летающая херня? Так, да, понятно, что оно желаемое. Что у нас там было? 140, сейчас 150. Ну, тоже как бы неплохо. Шок, персонаж, телекинез массовый. Так, установить. Так, ускорение время восстановления массового телекинеза эффекта 175. Ага. Это вот уже хуже. Так, а тут вампир. Понятно. Так, уже здесь удержание в воздухе 200 с чем-то. Блин, ну конечно же, это все очень хреново. Так. Персонаж. Клеточные деления, медикаменты, препараты. 200. Угу. Что-то после за костюма укрепляет ваше здоровье, повышает его максимальное значение. Мне недоступно. Утренние пробежки. Так, видно, надо что-то доконать.
Отвалите. Меня кто-то шмальнул, что ли? Ну-ка. Кто тут такой, блядь, бессмертный? Мне нужна твоя искра. Так, кто бы нам тут мог бы преподнести какой-нибудь урон? Или никто? А тут что вообще тут творится? Вот это что за калитка? Смотрю, тут много всего неизведанного появилось вдруг, да? Да? Почему я тут раньше не был? Может, я там смогу что-то открыть, закрыть, перекрыть? Где ты летающий, блядь, пчелы? Что там требушится? А ведь что-то требушится или пытается ты требухнуться? Вообще бы вот калиточку бы закрыть, конечно, я думаю, не помешало бы. Но ничего страшного, абсолютно. Так, пройдем наверх. Ведроид.